Утро 11 июня. Три борта Robinson R-44 вылетают в направлении Северного Урала. Все разговоры только о Мань-Пупунёре. Тундра отступает, и величественные, неприступные стуканы показывают себя во всей красе. Видимость миллион на миллион. Это редкая удача. Каменные стуканы оставляют ощущение величия. В таких местах нужно побывать хотя бы раз в жизни.